Федеральная налоговая служба напоминает, что неуплата налогов – это не только безответственно, но и наказуемо. Чтобы не попасть в черный список и, как говорится, спать спокойно, необходимо вовремя производить все налоговые отчисления. Важно отметить, что налогоплательщики, у которых ранее был зарегистрирован личный кабинет на сайте Федеральной налоговой службы, уведомления в традиционной форме на бумаге получать не будут. Сообщения для них формируются в электронном виде в личном кабинете. Сейчас уже уведомления все сформированы. Срок уплаты имущественных налогов граждан в соответствии с налоговым кодексом 1 декабря этого года. Но администрация муниципального образования город Курортанапа обращается ко всем с просьбой уплатить свои имущественные налоги до этого срока. В связи с тем, что имущественные налоги граждан – это одна из самых больших составляющих местного бюджета, из которого муниципалитет оплачивает все свои социальные обязательства. В случае, если пароль от личного кабинета утерян, то зайти в него также можно, используя свою учетную запись на портале госуслуг.